друзья, добрый день. Я поздравляю вас с началом сезона 2017 года. И сперва хотел бы представиться. Меня зовут Григорий Валерий. Я являюсь управляющим партнером компании «Росатрофим», которая наконец-то в этом году подумала о вас в первую очередь и предлагает вашему вниманию два совершенно революционных бренда под названиями «Софи» и «Любозелен». Сегодня я хочу вам представить и от всей души и сердца свой новый продукт, линейку удобрений, линейку средств по уходу за растениями под новой маркой «Софи». Он включает в себя, вот здесь вы видите совершенно инновационную продукцию, которая вам значительно более знакома по продуктовым магазинам. В таких вы покупаете абсолютно безопасно и доверяете уже до несколько десятков лет производителям крупы, сахара. Здесь находятся классические минеральные удобрения, которые, по сути, они занимают мало места, они достаточно компактные. Стоят они недорого по сравнению с другими и принесут вам радость и позволят проявить заботу о близких. Используйте этот продукт, теперь вы знаете, как выглядит забота у ваших близких. Уважаемые друзья, представляю вам новинку в линейке «Любозелен». Это жидкие концентрированные минеральные удобрения для различных культур. В ассортименте есть продукция для роз, для хвои, для огурцов, томатов и перцев. И даже для такой экзотической культуры, которой только все начинают заниматься в России, как виноград. Обратите внимание на упаковку. Она для мужчин она напоминает упаковку масла и говорит о том, что это очень качественный продукт. Но для того, чтобы она не воспринималась как технический продукт, мы ее покрасили в хороший цвет солнца, напоминающий вам о хорошем урожае. И таким образом у нас получился очень красивый и привлекательный форм-фактор. Для удобства для вашего здесь есть прозрачное отверстие, которое вам всегда покажет, сколько у вас осталось продукта. Поскольку мы любим наших покупателей, то этот продукт очень концентрированный, и из одной бутылки вы сможете получить продукцию, сможете получить готовый раствор на весь сезон. То есть одной бутылочки за 120 рублей вам хватит для того, чтобы получить прекрасный урожай к концу августа. Уважаемые друзья, если вы хотите проявить любовь к растениям, я рекомендую вам применять марку «Любозелен». Это новейшая марка, которая вышла только весной этого года, и она включает в себя комплекс из сухого минерального удобрения, органоминерального удобрения и жидких удобрений. Вам этого продукта хватит на весь сезон, а цена где-то в районе 100-120 рублей для того, чтобы вы получили прекрасный урожай. Хочу вам сразу обратить внимание на вот эту вот упаковку, вы ее часто видите в магазинах, она напоминает безопасные продукты, такие как молоко. Здесь сейчас мы разместили органоминеральное удобрение. Помимо того, что на лицевой стороне упаковки вы видите результаты, будущие результаты своего отношения к растениям, мы также приготовили для вас небольшой сюрприз. Здесь на обратной стороне размещена мерная линейка, и после того, как вы используете это удобрение, вы можете отрезать часть этой упаковки, а дальше использовать остаток этой упаковки как горшочек для рассады в следующем сезоне вашей любимой клубники, земляники, помидоров, огурцов и так далее. Запомните эту марку «Любозелен», и сразу скажу, что в ней есть немножко другая линейка, но вся она спозиционированная, и она вам очень понравится, потому что очень дружелюбные сами упаковки, абсолютно эффективные и безопасные средства для ухода за вашими любимыми растениями, и самое главное, она сделана на родине и для родины. Спасибо вам большое, с наступающим сезоном!